Много лет назад, когда еще была жива моя мудрая бабушка, она сказала нам с мамой, вешающим новые шторы к Пасхе, одну замечательную вещь. Шторы были по тем временам новомодные, с асимметричными ламбрекенами, кистями, прочими прибамбасами. Они никак не хотели прицепляться к карнизам, падали нам на голову, мы ругались, возились, хохотали и снова брались за дело. Еще совсем недавно я бы до потолка прыгала, если бы у меня появились такие шторы, — произнесла бабушка. А сейчас ни крупинки желания. Оно уходит, девчонки. Желание уходит. Ко всему. И к вещам, и к людям. Делайте все, пока у вас есть на это желание. Тратьте деньги на ерунду, не копите. Ерунда дарит радость, а накопление — нет. Куда копить? На похороны? Еще никого не похороненным не оставили. Радуйтесь, пока есть радость. Любите, пока хочется. Наступает время, когда и тепла чужого не хочется. Ничего уже не хочется. Наверное, природа так специально делает, чтобы мы спокойнее уходили, не цеплялись ни за барахло, ни за людей. Вот и я уже готова уйти. А если бы сейчас могла вернуться в ваши годы, то жила бы одним днем и радовалась каждому желанию. Бабушки давно нет, а я живу именно так, одним днем и радуюсь каждому желанию.